Тонкету вы вообще ноги откусили. Не, но тут нет ничего удивительного. Мы ненавидим кошаков. Да, папася, больше не будем покупать это хосячее шампанское. Ага, а то вы после него ножки бедненьким кошакам откусываете. Стоять, вонючие псы! Бежим! Капец! Кто это? Ужас! Это Cartoon Cat, паук-пожиратель! Я королевский корги, от корги все в восторге. Я стану даже круче, чем Бублик и Бандит. Я королевский корги, от корги все в восторге. Я супер-мега-коржик, я буду знаменит. Всем привет, коржата! Меня зовут Великий Корг Третий, я самый крутой корги на Ютубе. Вернее, я пытаюсь таким стать. Если вы немедленно не подпишетесь на мой канал и не поставите лайк, то вам капец. Со мной в квартире живут два грозных волка, Бандит и Бублик. И они, если что, за меня впишутся. Друзья зовут меня Коржик. Если ты напишешь в комментах, что будешь со мной дружить, то тогда можешь называть меня Коржиком. Капец! Она существует! Страшная живая рука человека! И она умеет кусаться! Сейчас ты у меня получишь страшная живая рука человека! Сейчас я тебе твои вонючие пальчики подгрызаю! Ты вообще знаешь, кто я такой? Я черный лис, я ужас, летящий на крыльях ночи! Я запах чеснока при твоем первом поцелуе! Я Корги Кекс! Парни, идите сюда, мне нужна помощь! На меня напала огромная страшная живая рука человека! Ну что ты тут с утра разорался? У меня от вас башка трещит! Да, славно мы вчера погудели, супер вечеринка была! Я не понял, вы мне будете помогать или нет? Она меня сейчас сожрет! На нее не действуют мои угрозы! Это же новое страшное чудовище SCP номер 5248! Вот скажи мне, хвостатая сарделька, с чего ты взял, что эта рука SCP 5000 какая-то там? 5248! Потому что она меня не боится, а я самый страшный лис в мире! Ну а 5248 это просто самое большое число, которое я знаю. Ну и нафига вы меня разбудили? Я вчера только под утро лег, с сыпочками зажигал. Из тебя такой мачо, как из моего носа молоток. Зажигал он с сыпочками. Ты дрых в углу всю вечеринку. Ты офигел, желтая фигня? У меня даже песня есть, Бублик мачо. Все знают, что я кобель. Да, волосатая сосиска. Я сам видел, как Бублик вчера зажигал с сыпочками. Хе-хе-хе, где это ты видел? Во сне? Вы ж на пару дрыхли, волчары. Так, а ну хватит грызть моего братика. Вы реально вчера очень быстро уснули, а мы с брателлой Коржиком зажигали до утра. А потом еще всех сыпочек домой на такси отправляли. Кстати, волчары, с вас 5000, которые мы потратили на такси. Бублинцы, может сожрем уже этих хлебобулочных изделий? Они совсем нюх потеряли, да еще и деньги с нас вымогают. Папася, не вариант. Если мы их сожрем, то нам нужно будет где-то искать похожих на них двойников, чтобы они выпускали видосы на каналах Корги. И не факт, что новые Корги будут лучше старых. Ладно, рыжая сопля, так и быть, не будем их пока жрать. Пошли на улицу, проветримся, а то реально после вчерашнего ничего не помню. Так, чё вчера на вечеринке-то было? Кажется, я и впрямь быстро вырубился. Но мы празднуем Новый год уже несколько дней подряд. Вчера человечиха напекла нам целую гору оладушек, и мы решили организовать вечеринку с сыпочками. Не, ну начало я помню. Было много красивых цыпочек и много оладушек. А потом мы пили много хосячего шампанского. Оно вообще-то не хосячее, а детское. Причем безалкогольное. Поэтому мне совершенно непонятно, почему вы плохо помните конец вечеринки. А что было в конце? Танцы с цыпочками помню, оладушки помню. А потом как отрезало. А потом вы с Бубликом залезли на стол и стали орать, что вы самые сильные волки в мире и что не боитесь никаких чудовищ. Да ладно, капец! Ага, а потом вы стали с помощью хосячей магии вызывать всяких монстров. И чтобы повыпендриваться перед цыпочками, стали бить им морды. Кому? Цыпочкам? Офигеть! Нам в хосячее шампанское что-то подмешали, отец. Да не цыпочкам выбили морды, а аномалиям. А потом заявили, что теперь будете сами создавать чудовищ. Потому что те, которым вы набили рожи, неинтересные. Так-так-так, вот это мы с тобой погуляли, бубленцы. А кто из монстров пострадал от наших зубов? Да практически все. Вы навляли сиреноголовому и заставили его стоять потом возле елки и работать колонкой. Мать мегафон, вы заставили отжиматься 2000 раз! Вы даже Хаги-Ваги отдубасили, потому что Бандиту не понравился цвет его шерсти. Капец, пенсия! Хаги-Ваги наш друг, зачем ты это сделал? Бандит заявил, что его друг не может быть голубым и перекрасил Хаги-Ваги в черный цвет. Вот это жесть! Хаги-Ваги, наверное, обиделся. Надо его найти и извиниться. Да, тут перед многими извиняться придется. Cartoon Cat вы вообще ноги откусили. Не, но тут нет ничего удивительного. Мы ненавидим кошаков. Вот прикол. Интересно, как сейчас чувствует себя это исчадие ада без ножек? Наверное, ползает.
Короче, парни, в том шампанском наверняка было какое-то зелье. Нам нужно, чтобы оно выветрилось. Погнали играть в царя горы! Ура! Царь горы! Коржата, если вы еще не знаете, в нашем городе есть аномальная куча снега. Она лежит до самого лета. Никто не знает, откуда она берется. Может быть, вам что-то известно? Рядом только каток в парке. Может быть, это не куча снега, а настоящее аномальное чудовище? Напишите в комментах, пожалуйста. Даже если это чудовище, мне пофиг, я царь горы! Как горный орел на вершине Кавказа! Папася сидел на краю унитаза. Так, парни, опять набежали наши подписчики. Пойдем работать. Окей, включаем режим няши и даем себя гладить. Напоминаю, волчары, вкусненьким подписчикам бошки и ножки откусывать нельзя. Так мы вчера же, по вашим словам, только ножки Cartoon Cat откусили, а бошки никому не откусывали. Так Cartoon Cat и не наш вкусненький подписчик. Боюсь, что мы не все вам рассказали, парни. Вы вчера откусили голову камнеежке. Камнеежке? Капец! О нет! Это вопиющееся негодяйство! Как же мы теперь будем жить без нашего главного врага? На самом деле мы ему постоянно бошку откусываем. Ага, у него новое вырастет. Он же инопланетный монстр. У него совершенно другой метаболизм. Так, чую запах Cartoon Cat'а. Походу, он недалеко отполз после нашей вечеринки. И пофиг на него. Пошли няшиться с подписчиками. Ну все, поняшились, можно и еще раз поиграть в царя горы. Я царь горы! Я царь горы! А я король горы! А я принц горы! Ну все, парни, мы хорошо проветрились. Да, папася, больше не будем покупать это хосячее шампанское. Ага, а то вы после него ножки бедненьким кошакам откусываете. Стоять, вонючие псы! Бежим! Капец! Кто это? Ужас! Это Cartoon Cat, паук-пожиратель! Тикаем! Он нашел себе ноги паука и сейчас нас сожрет! Это ж надо! Погибнуть в самом расцвете сил от кошака-паука! Это подлое коварство! Нельзя было не такие страшные ноги себе найти! Да стойте, я не буду вас жрать! А, все, поняли, стоим! А, все понятно, он и жрать не будет, а будет просто стоять и страшные звуки издавать. Короче, он не опасен, тревога отменяется. Слушай, Cartoon Cat паук, ты не обижайся на бандита и бублика. Они не со зла тебе ножки откусили. Да, они просто игрались. И во всем виновата хотячье шампанское. Ну и ты себе новые ножки нашел, конечно. Ну это, конечно, лучше, чем те две палочки, которые у тебя были. Да я совсем не обижаюсь. Так я даже страшнее выгляжу. Ну да, выглядишь зачетно. Я чуть не обкакался. Я же вчера к вам на вечеринку пришел, чтобы первый раз в жизни отметить Новый год с елочкой. Тебе что, никогда не было елки? Нет, никогда. Я думал, хоть с вами отмечу, но вы мне ноги откусили, и пришлось мне отрастить вот такого паука. Можно я с вами к вам домой пойду? У нас, конечно, есть елка, но мы тебя домой приглашать не будем. Просто моя мама очень боится пауков. Но я бы посмотрел, как она в обморок грохнется, когда мы с Котом-пауком домой придем. Нет уж, дулечки-пердулечки, не нужны нам паука-кошаки в квартире. А я всего лишь хотел поводить хоровод возле елочки. Ну, у нас во дворе стоит елочка. Хочешь, можешь поводить хоровод вокруг нее. Конечно, хочу. А можно я друзей позову? Это же нормально будет. Да, конечно, зови, а то вам вчера не сладко пришлось. Вас знатно эти волчары потрепали. Да, кошак, ты не обижайся, ну со всеми бывает же. Короче, отметьте Новый год у нас во дворе и зови на свой праздник кого хочешь. Скажи, а ты на папасю сильно обиделся за то, что он тебя перекрасил в черный цвет? Передай бандиту, что сегодня я его не трону, потому что мы с друзьями отмечаем праздник. Хорошо, что меня Cartoon Cat паук пригласил на эту вечерину. Так, я не понял, Хаги-Ваги, ты все-таки обиделся, да? Я больше не Хаги-Ваги. Отныне зовите меня Килли-Вилли. И после того, как мы закончим праздновать, мы на вас нападем и сожрем. Капец.